В Севастополе для инвалидов и ветеранов организуют единое окно для подачи документов на получение единовременной выплаты на строительство или покупку жилья. Нуждающимся нужно будет подать заявление в единое окно, а остальные документы, необходимые для получения льготы, будут собраны органами власти в рамках согласования внутри ведомств. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства Севастополя 27 октября. Принятие постановления позволит исключить избыточные требования о предоставлении гражданам документов и самостоятельно получать органами, государственными органами сведений, содержащихся в едином реестре записи актов гражданского состояния, едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также сведений об инвалидности, сведений о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства в рамках межведомственных запросов. То есть, чтобы не заставлять граждан самих предоставлять эти документы.